Всем привет, с вами Анивект. Меня уже достаточно давно просили Красного Шанкса сделать геймплей по нему. Ну и в общем вот. Я уже делал из зеленого, и синего, пришло время красного Дефера. Давайте быстренько по медалям, что тут. Будем учитывать то, что это персонаж мега старый, мега древний и мега говновый. Поэтому медали тут у меня такие рандомные. Просто чтобы были какие-то статы и то. Вот эта медалька, когда кнокбэкаешь противника, то кидаешься первый скилл на 5%. Плюс у меня трейты для рыжеволосого. Эту медальку я для Бэкмана делал. Неплохо, потому что у нас все два скилла с кнокбэками. И вот этот скилл, когда делаем Perfect Dodge, то пустается крит 90%. Почему бы и нет? Просто тоже трейд на пиратов Роджера. В общем, что тут у нас по скиллам? Вот этот скилл 800 урона практически, кнокбэк 44 секунды, плюс снижается тритами. Это вообще неплохо и достаточно быстро кастуется. Второй скилл 615 урон, тоже нехило, кнокбэк и 20 секунд вообще. Это даже отличный скилл, особенно ну, для старого персонажа это отличный скилл. По трейтам у нас тут классические трейты. Вот это разве что не очень классическое, это когда у нас больше 70% хп, у нас рывок на 50% быстрее кдэшится. Интересно, конечно. Когда мы теряем флаг, то когда первый скилл на 50%, и когда у нас хп теряем, кажется, 30%, да, насколько я правильно понял, то у нас КД второго скилла на 50% тоже. В принципе, неплохо. Ну, в общем, неплохо, опять же, для старого персонажа. Ну, я сделаю в геймплее все, что могу, потому что сами понимаете, что это за персонаж. Давайте перейдем к геймплею. Я его уже заранее записал, как обычно, сейчас буду комментировать. Итак, это первый бой, и я забыл включить запись в начале катки, поэтому вот ничего не произошло, я захватил первый флаг. Я думал, сейчас пойду дальше, но нет, смотрю, что кто-то планирует к нам прийти. Кто же это? Конечно же, это Оден. Урона примерно нихера, но главное, что я его откинул с флага. Ну, уже оставляю Одена на дефлача, иду дальше пытаться дефать флаги. Вот, бустанул себе крит с помощью медальки, но, к сожалению, я немножко рано сделал рывок, потому что сейчас был бы отличный момент, я бы, может, даже его убил. Потому что, видите, прокачка у него такая себе. Сейчас мог бы быть смачный момент с тим бустом, я думал сейчас как дам, но меня опередил Ло, к сожалению. Так, нам летит усатая плесень под тимбустом, но он нарывается на мой скилл, и Луфи тоже нарывается, но, конечно же, он не отлетает. Даже мне помог на в точку прийти. Тут я хорошо так сделал Perfect Dodge. Задефал флаг вместе с Кайдом, так сказать. Вот, бежит за мной. Мы опять ему даем по роже. Неплохо так. На самом деле получилось. И он все равно за мной увязался. Второй раз я, к сожалению, от него уйти не смогу. Потому что я не бесконечный, но неплохо я против такого Роджера держался. И остается 20 секунд, я уже беру ширю, чисто чтобы не просрать. Было бы просто обидно. Просто посмотрите, мы на волоске от проигрыша были. Вон флаг Оден почти захватил, и первый флаг их тоже был почти захвачен. Так, ну у нас второй бой, захватываем первый флаг, конечно же.
Тут я немного ускорю, потому что стоял дефл, ничего особенно не происходило. Так, вот на нас идет шанкс, дешевка. Я только настоящий шанкс, у меня есть шляпа. Поэтому сейчас я накажу обоих, скинув их со скалы. И идет еще ульти, мы ее тоже отправляем в полет к остальным. Это вообще классный момент, конечно. Стою здесь на подстраховке. Одан легко байтится и тоже отправляется в могилу. Вообще, неплохие такие мувы выдаю, что редко получается на таком-то шанксе. Моя ошибка, я что-то думал, что он подойдет, но, увы, такого не произошло. Как раз хилка возле меня появилась. Думал, что сейчас получится шанкса выкинуть, к сожалению, он увернулся. Будь у меня скиллы, я думаю, я смог бы увернуться и скинуть его все-таки, но, увы, автоатаками ничего не сделать. Я удивлен, что я даже успел его откинуть. Сейчас небольшой батл будет с Пироспира, но, блядь, с этими карамелями, конечно, хрен что сделаешь. Но здесь оставалось тоже меньше 30 секунд. То я думал, все-таки вдруг успеем выиграть, но, увы, сейчас будет гениальный мув от моего шанкса. То есть я хотел убить ульти, он зачем-то тоже сдвинулся, мог бы захватывать дальше, но в итоге пришел кит просто и задефал флаг. В любом случае, я неплохо отыграл на шанксе, а вот такой у нас союзник. Вот такой геймплей получился у нас на красного дефера шанкса. Пишите в комментариях, как он вам. Играли ли на нем вообще в лиге? Как вам геймплей? От 1 до 10, да, быстро оценивать. Ну, всем спасибо за просмотр. Ждите новые ролики. Возможно, стрим в этот же день будет, как ролик выйдет. Да, в воскресенье. И всем пока.